Юные приморцы посещают культурные мероприятия по Арсеньевской карте. Так, например, на прошлой неделе специально для ребят во Владивостокском государственном цирке прошло представление «Клоун», посвященное жизни и творчеству легендарного советского артиста Юрия Никулина. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Грациозные, ловкие животные, фокусы, смешные сценки от клоунов и невероятные трюки акробатов – все это стало причиной искреннего восторга юных зрителей. А на этой неделе юные участники проекта «Арсеньевская карта» и дети бойцов специальной военной операции побывали на сказочном спектакле «Щелкунчик» в Приморском академическом театре имени Максима Горького. Начнется самая настоящая, волшебная история. Тик-так, часы идут к нам, историю зовут. Яркие костюмы, красочные декорации и знакомый всему миру сюжет. Особый восторг у юных зрителей вызвали спецэффекты, использованные при постановке. Как отметила министр образования Приморья Эльвира Шамонова, с Арсеньевской картой у ребят появилась возможность зарядиться новогодним настроением и одновременно с этим прикоснуться к культуре своей страны. Ведь именно балет, написанный великим русским композитором Петром Чайковским, прославил сюжет про Щелкунчика на весь мир. Анна Дьякова, новости на Восьмом.